He won the category up to 175 at the beginning of the morning, and now he is on stage receiving the overall trophy from the hands of Mr. Pavel Freeborn, chairman of the Jets Technical Committee. This is the final picture with the overall winner, Thomas Vendorais from Lithuania, moving the program. Что скажешь? Я думаю, честно. Все честно. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Я надеюсь, сейчас ты мне отдашь его на 2 минуты. Хорошо, можете поговорить. Итак, 15 мая 2014 года я, Александр Тимошенко, чемпионат Европы в Санта-Сусане, классический бодибилдинг и абсолютный победитель категории классический бодибилдинг. Представься, пожалуйста. Здравствуйте, Томас Бендурайтес. Как? Томас Бендурайтес. Томас? Литва, да. Томас, ты счастлив, доволен? Да, очень. Скажи мне, пожалуйста, в каком ты городе живешь? Я в Литве, в Мариамполе. Раз ты живешь в Мариамполе, значит, кто у тебя тренер? Тренер знакомый человек, Ринальдис, знаете. Ринальдис, да. Я очень рад, ты светишься сейчас. Прямо от счастья. Ты сидел за судейским столиком. В момент, когда назвали фамилию и имя Томас, что ты почувствовал у себя? Но он должен был быть первым. Я понимаю, что он должен быть первым. Что ты почувствовал в сердце, в душе, в голове? А? Литва. Литва, да. За Литву. За Мариамполь, за Таурас. За Таурас. А что почувствовал ты, главный тренер сборной? Конечно, гордость. Гордость? Гордость за участников, гордость за свою страну, что мы вот выступили так. Томас, да. Сколько лет ты выступаешь? Я раньше начинал спортом заниматься. Вот, профессиональный. Кем доливал? Третий год. А чем ты занимаешься в жизни, помимо того, что ты... Я жил там в другой стороне много лет. В Англии? В Ирландии. Где? В Ирландии. В Ирландии? Вернулся на историческую родину? Да. Да? На соревнования я вернусь здесь. Именно на соревнования? Да. А сейчас потом поедешь опять? Я теперь живу. Все уже, живешь? А чем занимаешься в Мариамполе? А пока я не пару месяцев когда вернусь. А, ты только вернулся? Да. И сразу попал в руки вот к этому человеку? Человек. Это человек, покажи руки свои. Вот этими руками этот человек воспитал уже не одного чемпиона. Показывай, Рандис. Он пока воспитал уже не одного человека в Литве. И я думаю, что это его не последний ученик, который добьется успехов на этом чемпионате. Ринальдис, удачи тебе, твоим спортсменам, удачи всей литовской сборной. Спасибо. Портал Islab.ru ждет от вас материалов по вашим чемпионатам, по вашим достижениям. Спасибо, ребята. Спасибо вам.